В предутренний час в поселке имени Горького спасатели оказывали помощь хабаровчанке, ставшей жертвой домашнего насилия. Пьющий муж устроил скандал, финалом которого стало избиение супруги. Бунтарь ушел, а женщина позвонила полицейским и врачам. Медики оказать помощь раненой сразу не смогли. Уходя, хулиган оставил даму сердца под замком. Это и стало поводом для вызова сотрудников МЧС. Им предстояло эвакуировать пострадавшую и желательно без взлома замков. В противном случае, если горожанку врачи увезут в больницу, жилье окажется открытым. У меня нет ключей, меня закрыли, украл деньги, карточки, все украл. Я хочу, чтобы меня свидетельство не с меня взяли. Ну, в смысле, чтобы меня взяли побои. Спасательная операция не представляла собой череды хоть сколь-нибудь замысловатых манипуляций. Сотрудники МЧС помогли беглянке спустить на землю собранные вещи. После вниз спустилась и хозяйка сумок. Врачам она пожаловалась на рану около уха. Пустяковую ссадину девушка лечить не спешила. Первоочередной задачей для нее был визит в полицию. Разозленная устроенной тиранией хабаровчанка рвалась в отделение, чтобы написать на суженого заявление. Женщина заявила, что в неласковый барак больше не вернется, а жить будет у пожилой родственницы. С места происшествия Мария Склярова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.